Всем привет! Вы находитесь на канале Autodesk. И перед тем, как мы начнем этот ролик, обязательно подпишись на этот канал и включи колокольчик. Потому что скоро здесь будет много роликов о новых крутых тачках, о редких тачках, о ретро-машинах, из которых мы достанем все, что есть внутри, и засунем начинку от самой новой модели. О том, как можно обменять ваш новенький iPhone на Ford Mustang. И самое главное, как экономить до 50% на покупке машины, пригоняя ее из США. Расскажем все об аукционах и их подводных камнях. И, конечно же, вы увидите итоги нашего челленджа. Кто же все-таки заберет Камара, я или Никита? А также, уже в следующем ролике будет конкурс, где ты сможешь выиграть новый iPhone. Поэтому обязательно подписывайся. Ну а мы начинаем. Погнали! Меня зовут Дмитрий Евтушенко. Я иллюзионист и один из основателей канала Magic 5, на котором уже более 5 миллионов подписчиков. Мы являемся клиентами Autodesk. Я хочу лично с вами поделиться опытом нашего сотрудничества. Для одного из наших роликов нам нужна была крутая тачка. Мы не хотели тратить очень много денег, поэтому решили заказать ее из США. Мы увидели, что наша знакомая Настя Гонсул, известная блогерша, заказала машину у Autodesk, поэтому мы решили тоже обратиться именно к ним. Дальше мы озвучили свой бюджет и сами не ожидали, что за такую сумму мы можем получить вот такую тачку. Мы сначала вообще не поверили, но ребята с Autodesk объяснили, что на аукционе можно забрать поврежденную Chevrolet Camaro до 15 тысяч долларов. Но нам вообще повезло, мы забрали нашу тачку 2017 года за 12,5 тысяч. Получили машинку, которую торговали на прошлой неделе. Вот видите, на стекле дилер повесил стикер, что продает ее за 15 900, то есть за 16. Вот, мы ее торганули за 12,5. Вот, поэтому 3000 получили бонус сразу же. И она всего лишь имела легкую вмятину в левое крыло. Машина супер, в отличном состоянии. Технически никаких проблем. Есть небольшие повреждения как бы вот на дверях, на пороге. Сделали так, небольшой тест-драйв здесь по парковке. Вот, проверили масло, все жидкости. Вот, все в полном порядке. Ребята быстро сделали просчет, и стоимость ремонта, общая сумма была меньше 20 тысяч долларов. Вот все, ребята, закончили Камару. Сегодня заполируем. Так что машинка готова. Можно отправлять. И самое крутое, что у них есть свое СТО в Майами, где, собственно, ребята и сделали весь ремонт машины. Вот, наконец-то мы закончили весь процесс. От покупки до ремонта. Наша малышка готова, бомба. Как вы помните, это 2017 года Chevrolet Camaro. Была она немножко бита в левую часть. А ремонт в США гораздо дешевле, чем у нас, за счет свободного доступа к оригинальным запчастям. Машина полностью готова. Буквально, я думаю, что сегодня-завтра мы ее упакуем. И я думаю, что наши ребята из Magic 5 будут довольны нашей работой. Ездит своим ходом, то есть в порт она поедет. Вот так вот. Машина комплектации RS. Спортивные диски стоят, вот вы видите. Отметка на руле. Аудиосистема Bose. И вот сейчас машину уже отправили в Украину. Доставка займет чуть меньше 6 недель. И мы обязательно покажем вам, как мы ее получим. Ну а сейчас вы увидите, кто же все-таки забрал Камара. Я или Никита. Это продолжение нашего челленджа. Полный ролик ты можешь посмотреть по вот этой подсказке. Ну а мы погнали. Я уже там просто не мог находиться. Мне очень сильно была какая-то дикая слабость. Потом я начал расслабляться. И в один момент я просто очень сильно воды глотнул. Ребят, никогда в своей жизни не повторяйте. Ибо я не с трудом уже разговариваю. Я чувствую, как воздуха вокруг остался очень мало. Часов 52 минуты, чтобы ты понял, респект, заснул реально. Без прикола говорю. Посмотри. Тяжело. Ты осознаешь, что ты выиграл Камару? Я ничего не знаю.
вот этот парень выиграл тачку за 20 косарей баксов. Настоящую Камару. И вот наш победитель, который заберет Камару! Самое главное, подпишись на этот канал, потому что будет куча крутых обзоров. Мы покажем тебе, как можно получить очень крутые тачки по самым низким ценам. И уже в следующем ролике будет конкурс на новый iPhone. Включай колокольчик, чтобы не пропустить.